У нас есть 50 заданий, которые мы должны выполнить за 30 минут. Первая партия из 20 заданий дает по одному баллу за выполнение. Если закрыть все 20, открывается вторая часть с более сложными, но и за выполнение будет даваться 2 балла. Ну а если кто-то дойдет до самых сложных, он будет получать 3 балла за одно задание. Все это происходит на GTA 5 RP, где и вы совершенно бесплатно можете играть вместе с нами. Самое главное, не забывайте вводить мой промокод ORG, который дает вам лучшие бонусы, ну а мне 50 рублей. Я уверен, что задание сделаю я 100% больше, чем Олег, ну потому что как бы у меня есть абсолютно все, чтобы его спокойно выиграть. Ну что ж, дамы и господа, поехали. Итак, наше первое задание — купить бургер. Let's go! Я не знаю, как мы успеем выполнить все эти задания за отведенное время, но нужно успеть сделать максимум. Так что будем стараться делать все максимально быстро. Пам, не дай бог, на складе нету товаров, но я как знал, что так все будет. Ну почему все начинается именно с этого? Сейчас еще полчаса будем искать магазин, где есть этот товар. С самого начала мы должны купить один бургер. Поэтому едем в ближайший 24/7. Если что, вот в этом, который в гетто, там товара просто нет, поэтому я туда не еду. Самое простое задание, и мы его выполняем уже 2 минуты, потому что нету нигде товаров на складе. Это просто прикол какой-то. Делаю ставку на то, что и в этом магазине нету товаров, и... О! Все, первое задание мы с вами выполнили, бургер мы с вами купили. Следующее — искупаться в фонтане, let's go. Даже тачку я глушить не буду. Фастом подвигаем вот сюда вот. Покупаем даже 2 бургера на всякий случай и выезжаем отсюда. Едем вот сюда, вот фонтанчик у нас тут также есть. Я не глушу даже машину, просто подбегаем вот сюда вот. И по факту задание максимально просто выполнено. Так, значит, мы с вами купаемся в фонтане, и тут есть еще одно задание — сделать 2 круга вокруг мэрии, поэтому мы с вами убиваем сразу одним выстрелом 2 зайцев, так что давайте быстренько это сделаем. В фонтане мы якобы с вами искупались, и теперь давайте быстренько пробежим 2 круга вокруг этого здания. Дальше, что нам нужно? Прокатиться на колесе обозрения, без проблем. Подбегаем вот сюда, вот садимся и ждем целый один круг. Пока мы здесь сидим, я могу, знаешь, что сделать? Скушать бургер, во-первых, и открыть один кейс. Открываем один голд, и я очень сильно надеюсь, что ну, мне выпадет что-то очень дорогое. И, а может быть, ну не сможем, ладно, получаем деньги, впрочем, хорошо. Прошло только у нас 5 минут, а по факту я выполнил уже 4 задания. Ребят, все, один круг есть, в целом делаем это максимально быстро. Сразу выполнили 2 задания, итого, после того, как мы завершаем этот круг, по итогу мы уже выполним 3 задания. Мало, надо ускоряться. И все, второй круг мы с вами, собственно говоря, завершаем прямо сейчас. Отлично. Отлично, а теперь нас с вами ожидает следующее задание. Уже подкатываемся к самому низу, а это значит то, что 5-е задание сделано. Я просрал, наверное, 3 минуты из-за того, что меня крашнуло, но фиг с ним. 5 заданий у нас выполнено, поэтому давай мы дальше куда бежим. Мы едем в сторону мэрии, сейчас нам надо заехать в парикмахерскую, переодеться, купить любое, короче, мы пойдем выполнять только легкие задания, которые есть. Потому что я почему-то уверен, что Олег уже 6-7 заданий точно сделал. Итак, наше следующее задание — сделать ставку в казино. Летим туда. Итак, купили фишки, давайте делать ставку. Делаем ставку 2000 фишек на второй сектор. Давайте смотреть, выиграем мы или нет. Найс! Мы еще с вами не только сделали ставку, но еще и выиграли. 4-е задание есть, погнали дальше. Оказывается, у нас есть задание съесть бургер, поэтому давайте сразу съедим купленный нами бургер. Итого, мы с вами выполнили уже 5 заданий. А еще есть задание прокрутить любой кейс. Давайте также быстренько это с вами сделаем. Так, ну допустим, вот так вот делаем. И, ну да, но это 6-е задание, которое мы с вами сделали. А еще у нас есть задание купить бутылку пива. Давайте тоже ее купим и выпьем. Парикмахерская, благо у нас есть рядом. Поэтому идем сюда, вот так вот. Ну и просто рандомную берем, бам, все, прическу поменяли. 6 заданий сделали. Теперь нам нужно купить любую одежду. Подходим сюда, заходим, шляпа тоже одежда, поэтому 8-е задание тоже сделано. Не дай бог, в этом магазине также не будет товара, а ну-ка. Ну конечно, 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 это классика. У нас есть задание сделать 53 тысяч поинтов, давайте попробуем их организовать прямо сейчас. Хотя, мне кажется, у нас не получится выполнить задание. Почти, 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 найс, еще одно задание впереди, мы выполнили, кайф, все, это было 7-е или 8-е задание, я, честно говоря, запутался. Но рядом с нами есть магазин, давайте проверим, есть ли тут товары на складе. Найс! Так, покупаем бутылку пива, выпиваем ее, и это, по идее, 8-е либо 9-е задание. Так, неподалеку от нас есть магазин с одеждой, у нас просто есть задание, нам нужно купить любую одежду, так что давайте заедем в него и выполним это задание. Все, еще одно задание впереди, это было либо 9-е, либо 10-е. Я в конце посчитаю, потому что конкретно запутался, но на шаг
мы уже к цели подвинулись. Также у нас есть задание купить алкоголь и выкинуть его, поэтому мы не зря рядом с клубом. Забегаем вовнутрь, подходим к меточке, покупаем чиназы с какой-то. Бам-бам, все, выкинуть, отлично, все. Еще одно задание сделано. Так, парашют мы с вами купили. Эта миссия у нас выполнена. Поехали, сейчас сделаем прическу, а уже после этого на... А дальше впереди еще ожидает очень много. Парикмахер, дядя Толя, постриги меня под нолик. Так, делаем прическу, ну, допустим, вот такую. Все, прическу мы с вами поменяли. Задание выполнено, а теперь едем к буквам. Теперь едем к мэрии делать два круга. Выходим и бежим. Первый круг есть. И добегаем второй круг. Теперь садимся в машину, достаем телефон, покупаем и включаем VPN, заходим на Дарквита, и нам нужно купить вообще что угодно. Давай мы брони какой-нибудь купим, купить. Доводим машину. Так, где у меня смс-ки? СМС-ки вот, вот так вот. Все, нормально, километр рядышком, поэтому доедем спокойно. Где-то вот тут у стеночки у нас все это закопано. Отлично, еще одно задание сделано. Теперь мы едем делать 50 тысяч дрифт-поинтов в городе. Все, надеваем парашют, ребята, и... Успей, успей, успей! Найс! Того мы выполнили еще одно задание. Так, давай смотреть, что мы можем выполнить следующим. Так, прямо сейчас мы можем доехать до банка, выполнить задание с банком, и по дороге заехать купить как раз там алкоголь. Рядом неподалеку есть бар, и выкинуть его. Это еще два задания в копилку. Ой, кого я вижу! Может, ему заруинить дрифт? Смотри, сейчас как делаю. На прошаке это как будто бы будет сделать очень... А, сори, Олег тоже вон. Ты гондон! Не, ладно, 50 тысяч, по идее, это очень даже просто вот здесь вот это сделать. 2000 уже у нас есть. Вот для чего они просто берут и толкают? Вот специально прям. Такие дятлы, конечно, я просто в шоке. Ладно, вот тут малышечку боком ставим и нормально. Да, что вы понимали, я реально, я же даже десятку ни разу не набрал. О, вот это идеальное место как будто бы. Так, 3000 есть. 5 тоже. 11. Сейчас хороший икс пошел, поэтому самое главное не просрать его. Отлично. Давай, 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 давай. Все, 50 тысяч у нас есть, отлично. Задание выполнено. Купаем. Все, чинзар мы купили и бутылочку скидываем прямо под себя. Все, задание мы выполнили, поехали сейчас в банк, снимем деньги и положить их обратно. Сраное задание, но выполним. Итак, задание снять деньги в... А, в банкомате надо снять. А это банк, ёлки-палки. Так, хорошо. Положить. А, нам надо снять деньги в банкомате и положить их в банк. Тогда поехали в другой. Поехали в банк центральный. Вот, нам тогда этот банк нужен, потому что внутри этого банка как раз-таки есть банкоматы. Так что сейчас мы быстренько все сделаем. Значит, смотрите, мы здесь снимаем наличные. Ну, допустим, 2 косаря. Все это мы завершаем и погнали их просто положим на банк. Пополнить счет отличные. 2000 баксов. Все, задание еще одно выполнено. Так, давайте смотреть, что мы будем выполнять следующим. Сейчас, я думаю, можно поехать в игральное заведение, чтобы сделать ставку и получить еще плюс 1 балл за задание. Приходим сюда, покупаем, ну, условно, 100 фишек. Подбегаем к столу, и, сука, тут ставка пошла. Вот, я сделал ставку на 28. Следовательно, ставка сделана, значит, задание выполнено. Давай смотреть, что еще есть легкое. Прыгнуть с буквы Вайнвуда, ну, как будто бы, кстати, можно. Возможно, мы даже не умрем там. Как раз мы находимся рядышком, поэтому летим именно туда. Все, ребят, берем в аренду гидроцикл и плывем в сторону города. Нам надо проплыть сколько километров получается, да? Мы сделали метку, я думаю, километр это где-то столько. Вот, так что мы сейчас поплывем и обратно развернемся на полпути. Тем самым мы проплывем километр, потому что нам нужно вернуться обратно за машиной, так или иначе. Так, я думаю, мы метров 500 с вами проплыли, так что давайте разворачиваться обратно. Ну, это реально 500 метров. Это даже, мне кажется, больше. Так что все, мы сейчас вернемся обратно к нашей машине. Задание это будет выполнено. И следующее, что мы с вами будем выполнять, это бассейны. Ну что ж, я могу сказать. Очередное выполненное задание. Следующее, что мы с вами делаем, это искупаться в 6 бассейнах. И вот один из них. Один есть, поехали дальше. Ну, здесь бассейнов больше нет, поэтому надо уже будет пробираться в частные дома, на частную территорию и искать бассейны там. Я вообще перестал следить за временем, а у нас осталось 8 минут. Все, быстренько вот таким вот образом спрыгиваем, и я не жилец. Из легких у нас осталась тема, где мы должны в банкомате снять деньги и положить их обратно в банке. Поэтому едем в сторону... А хотя вот здесь где-то должен быть банкомат, как будто бы. Хотя не, подожди. Перед нами банк, там вроде справа находятся эти штуки, банкоматы. Погоди, где-то вот здесь на дороге были... Вот-вот-вот-вот-вот, сзади был банкомат. Выходим. Банкоматище. А чё, он не рабочий? Я понял. Где у нас еще? Вон там вот слева есть банкомат. Где-то вот тут вот. Вот он.
Вот этот он 100% должен работать. Снимаем косарь, 960 мы получаем. Едем в банк и закидываем эти деньги. Так, пополнить личный счет, закидываем косарь. Отлично, задание сделано. Остается у нас 5 минут, схемы я не хочу терять время. 6 бассейнах, кстати, вот 6 бассейнов, как будто бы на заднем колесе мотоцикла нет, это нет. Давай лучше мы поедем, арендуем скутер и на нем просто проедем 1 километр. А дальше уже будем думать, что выполнять следующим. По сути, у каждого из этих домов должен быть бассейн. Суть, опять же, по логике вещей, давайте сейчас быстренько по ним просто пробежимся. А, тиньки, я же говорю, ребят, знаю все. Вот один из них, все, осталось 4, осталось 3. Ну а вот и 4-й бассейн подъехал. Будет забавно, если мне останется найти один бассейн, которого здесь не будет. О, какой огромный, все, прыгаем сюда. И нам осталось найти последний одиночный бассейн. Смотрите, ребят, какой у нас план действий. Мы сейчас с вами фастом ищем последний бассейн, который осталось нам посетить. И после этого едем на колесо обозрения, потому что есть задание, которое я пропустил, это посетить колесо обозрения. Так что где-то вот здесь, по идее, должен быть бассейн. Я знаю где. Разворачиваемся, я знаю где, я знаю, знаю, знаю. Сейчас приедем туда. Как раз таки рядом. Вот где-то здесь должен быть бассейн. Где-то здесь он был, насколько я помню. Да, все, найс. Мы нашли последний бассейн, и задание прямо сейчас выполнено. Все, мы посетили все 6 бассейнов, а теперь поехали на колесо обозрения. Отлично, ставим метку себе на 500 метров. Сколько это? 700 метров. Все, отлично, туда-обратно это получится даже 1400. Для нас это самое то. Подтверждаем, арендуем и едем в сторону метки. Метка у нас пропала, поэтому делаем разворот. И едем в сторону машины, задание это выполнено. Теперь я думаю... За 3 минуты я вряд ли успею посетить 6 бассейнов, но давай попробуем. Это мы 100% едем на Вайнвуд и очень сильно надеюсь, что все будет хорошо. Только единственное мне, что интересно, задание с колесом обозрения. Потому что тут написано, что нам нужно просто прокатиться на колесе обозрения, но не сказано, что нам нужно проехать целый круг. Так что мне почему-то кажется, что мы можем просто сесть и сразу слезть оттуда, и задание, ну, по логике вещей, должно быть выполнено. Опять же, не было сказано того, что нужно проехать целый круг, да? Все, мы внутри кабины, немножечко прокатились, буквально парочку метров, а теперь выходим отсюда и возвращаемся обратно. И сейчас будем думать, какое задание брать следующим. Ребят, я не знаю, в чем проблема. Есть одно задание, связанное с черным рынком, но я не могу почему-то купить подписку, чтобы включить. Ну, я не знаю почему, но походу без этого, да. Скорее всего, последнее, что мы с вами успеем сделать, это задание с мотоциклом. Надо проехать на заднем колесе или на переднем 50 метров. Я сейчас вот это надо тоже уточнить. Короче, мы сейчас с вами летим на штрафстоянку. Я отменяю аренду этого Порша, беру в аренду мотоцикл и будем пробовать выполнить это задание. Подожди, это, кстати, не так уж и легко. Я вам хочу сказать так. Давайте просто попробуем так вот мы делаем, да, сколько это, 800 метров? Нет, нам с вами прям нужен прямичок. Нам с вами нужен прям прямичок, поэтому давайте пробовать. Так, ух, блин. Все, запоминаем, 516 метров находится здесь, то есть нам где-то надо 450 метров просто. Да боже! Все, сделали, по-моему, сделали. Было, 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 было. Еще раз пробуем на всякий случай. Да, все, точно было, 100%. Мы больше 100 метров проехали, если я не ошибаюсь. По времени 2 минуты и бассейнов, чтобы вы понимали, я здесь вообще не вижу. Ну ладно, давай мы выскочим условно вот здесь вот. Тут есть 3 домика, и я надеюсь, что... Найс, тут бассейн имеется. Прыгнули, всплывай. Ну всплывай, дебил! Отлично, первый есть. Второй есть. Третий тоже имеется. Даже 2 рядом, отлично. 50 секунд у меня осталось. Так, смотри, четвертый, пятый. 29 секунд. И все. И шестой. Отлично. Мы это мега быстро сделали. И по факту мы надо пересчитать сколько заданий. Потому что ну за 30 секунд мы точно не успеем. Поэтому, чтобы Олегу сразу сказать, воп, сколько мы сделали, надо пересчитать. Время у нас подошло к концу. Давай смотреть, какие итоги. Сколько у меня заданий выполнил? Получилось 16 заданий. Может быть, я сделал бы больше, но меня крашнуло. А у тебя что? Я 18 заданий. Я не выполнил только 2 с черным рынком, потому что он у меня был недоступен почему-то. И задание с контрактом. Я решил не тратить на это время, слишком много за него бы. Какой ты жук.